Проспект Тайги в Чебоксарах снова оказался в центре внимания. Вопрос подняли на совещании у главы Чувашии Михаила Игнатьева. Дорога по проспекту Айги, которую сдали еще в декабре прошлого года, не соответствует требованиям безопасности. В ходе зимней эксплуатации специалистами управления ЖКХ и благоустройства города Чебоксары были выявлены ряд недочетов и недоделок строительной организации и были выписаны предписания на 13 видов дефектов. До начала августа, к сожалению, не были начаты работы. Чувашское отделение Общероссийского народного фронта и столичное управление ЖКХ в июле публично предъявили претензии к подрядчику. Но дорогу начали приводить в порядок всего несколько дней назад. Устранить все недочеты подрядчик обещает к 1 сентября. Еще один важный вопрос – подготовка к предстоящему осенне-зимнему отопительному сезону. 78% объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства республики на сегодняшний день готовы. В 9 муниципалитетах работы идут с отставанием от графика. Особенно сложная ситуация в Шумерле. Планируется строительство 3 блочно-модульных котельных в этом году уже на территории города Шумерле. С целью ухода, так скажем, от 15-й котельной, это проблемная котельная. Надеемся, всеми мероприятиями мы уложимся в срок, соответственно, и долгоиграющие, скажем так, проблемы города Шумерле по теплоснабжению мы уйдем от нее, так скажем. Подготовка к отопительному сезону ведется и в многоквартирных домах. Промывка и опрессовка внутридомовых систем выполнена на 94%. В Чебоксарах общая готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду составляет 81%.